Уже несколько дней мы проводим съемки в студии в Голливуде. Это совершенно новая концепция для Oriflame, новая энергия. И я в восторге от того, что участвую в этом. Косметика студия ART поможет вам стать своим личным профессиональным визажистом. Меня зовут Малин Акерман. Я родилась в Стокгольме, в Швеции. Я актриса. Работая в Голливуде, я постоянно нахожусь перед камерой, и для меня важно выглядеть на все 100, где бы я ни появлялась. Декоративная косметика высокого качества — непременное условие моей работы, потому что камера никогда не лжет. Я счастлива представлять продукцию Oriflame, ведь я шведка. И можно сказать, этот бренд для меня родной с детства. Мне близки ценности компании. Невероятно, как Oriflame вдохновляет женщин во всем мире, предоставляя им возможность начать свой бизнес и осуществить мечты. Сделать успешную карьеру в Голливуде было достаточно сложно. Когда я приехала сюда, у меня не было связи, я прошла сотни кастингов и не получила ни одного ответа. Но однажды мне повезло. Меня пригласили сниматься в телесериале, и вскоре я стала получать предложения от кинокомпаний. Поэтому я убедилась на своем опыте, что мечта может осуществиться. Мне нравится новая серия косметики Studio Art. Вам не обязательно быть суперзвездой, чтобы пользоваться профессиональной косметикой. Теперь каждая женщина может выглядеть безупречно при любом освещении, где бы она ни находилась. Studio Art — красота, затмевающая свет софитов.